Всем доброе утро, всем моим подписчикам, всем моим зрителям. У нас сегодня ужасная-ужасная погода. Сегодня продолжается строительство импровизированного куриного вольерчика, чтобы они на грядочке не раскапывали. И у меня сегодня появился замечательный такой режиссер, будет помогать мне снимать. Всем вот привет! Вот. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал! Ай, молодец! Пожалуйста, кто нас смотрит? Кто смотрит Диану? Пожалуйста, подпишитесь на канал. Она очень старается. Она очень хочет подписчиков. Вот какую она все делает. Это ушло длиннее на весь день. Она каждый раз старается, думает, что снять. Пожалуйста, если вам не тяжело, просто подпишитесь на канал. Она же как вы, тоже хотите подписчиков? Пожалуйста. Ну ладно. А я пока пошел к Диане. Снимаю. Даже прибивать не надо. Смотри, как ровно стало. Так, видишь? Точно, ты был прав. Сюда влезет доска. Иначе будет большая очень дырка. Да вон доска валялась. Ну, давай. Прибьешь? О, нормас. А можем так пока оставить. Все равно скоро разбирать будем. Это временный заборчик у нас. Просто чтобы курицы погуляли. Ну и все. О, красота. Ура, мы это сделали. Вот мы с нашим главным помощником, с нашим плотником. Подписывайтесь на канал. И с нашим оператором. Вот сооружаем куриный такой вольерчик. Импровизированный, чисто по-женски. Пожалуйста. Такой вот. Да, не очень серьезный, но мы его временно, чтобы курички погуляли и нас где-нибудь не шлялись по участку. Вот, еще сейчас одного помощника припахаем. Вероника, мы сейчас что будем делать? Выпускать куриц, обгуливать вольер? Да. Вот, сейчас у нас главный помощник пойдет нам помогать выпускать куриц. Снимай. Нажал? Вот, наши главные помощники. Выпустили счастливых курочек. Они у нас теперь будут, вот, наедятся сейчас травки, наедятся всяких червячков. Подписывайтесь, пожалуйста, на Дианин канал. Я знаю, что Диана очень старалась. Я знаю, что Диана старалась. И, ну, все, мы старались. Пока. Так, вот у нас куча-куча помощников на перебой. Угу. Так что дела у нас сегодня спорятся. Быстро пойдут дела. Тачечку по одновес, клумбы. Ника нам собирает здесь камушки розовенькие. Ярко была пустая. Да ты что, значит, наверное, не тяжелая, да? Вот эту кучу мы всю переберем со щебенкой. Выберем самые-самые красивые камни и выложим из них красивый рисунок на дорожке. Я прошу вас еще раз, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Я уже знаю, что я вам так немножко надоел. Ну, пожалуйста.